Ребята, всем привет! Вот такой вот пакетик к нам сегодня пришел. Вес у него 200 грамм. Ехал он приблизительно 35 дней. Приехал с Хельсинки, Финляндия. Хотя продавец находился в Китае. Ну, может, у него склад в Финляндии. Давайте вскроем, посмотрим, что нам прислал в очередной раз очередной продавец. Желтый скотч. Упаковано все в пупырчатый пакет. Я бы сказал, его тут немало, этого пакета пупырчатого. Вот что-то в последнее время я получаю такие посылки, что вот эти пупырчатые пакеты, они выглядят как будто бы ушные. Как будто продавец что-то получает от кого-то, и в этот же пупырчатый пакет это все упаковывает и нам с вами отправляет. Упаковал хорошо, прям вот все приклеивать, даже не отклеить. Вот, ребятки, мы с вами вскрыли посылочку, столько вот пупырки, и мы наблюдаем здесь две коробочки. Одна коробочка у нас с экшн-камерой, вторая коробочка — подарок от продавца, монопод под эту камеру. Кстати, очень приятно. Заказывал только одну камеру, а вот пришла, видите, как моноподик еще в подарочек. Молодец, продавец. Давайте достанем монопод, посмотрим, что мы тут имеем. Инструкции никакой нету. На коробке у нас тут все написано. Краткая инструкция. Такого монопода я еще не получал. Был другой монопод с другим креплением. Вот с таким креплением. Вот такой вот монопод. А тут приехал, ну, в принципе, то же самое, да? Размер немного другой. Веревочка есть для держания. Ну, как-то на руку, не знаю, вот на мою руку. Оп, видите как? И порвалась веревочка. То есть веревочка как-то не очень качественно. А, нет, она здесь вылетела. То есть она здесь привязана у нас. И вот она, дырочка. То есть это мы все вставим и починим. Убираем веревочку. Ну, монопод стандартный, с кнопкой. Подключаем к телефону, к смартфону нашему. И фотографируем. Вот такой вот своеобразный крепеж. Крепеж для телефона. Не знаю, куда это ставится. Для чего это вообще. Может быть, чтобы он не вибрировал, как-то так. Вот не очень мне нравится уже. То есть фиксации нету. Я вставил телефон. Возьмем. Ну, в принципе, крепко держится. Но вот видите, это легко. Часть ходит. А легко ходит, это уже не очень мне нравится. Но вот этот верхний крепеж, он, да, на пружинке прижимает телефон. Но это может просто для удобства сделано, чтобы как-то не уронить телефон, что ли. Отложим в сторонку мы монопод. И давайте посмотрим на экшн-камеру. Аналог GoPro, да, SG4000 должна быть. Не написано нигде ничего про модель. Wi-Fi Edition, версия с Wi-Fi. Вот такие вот характеристики.
Полиграфия коробки такая, я бы сказал, как в магазине покупаете, вот прям вот красиво все. Коробки у нас идет куча всего. Инструкции я не вижу никакой. Пакетик пустой, вот мы видим. Множество, ребят, различных креплений, ремешков. Вот есть такие ремешки. Такое вот у нас крепление. Это крепление можно использовать в автомобиле, чтобы как видеорегистратор включить нашу экшн-камеру. Я так понимаю, это мы куда-то приклеили. И потом уже как-то другой, наверное, разъемчик. Но не буду все доставать. Вот такие крепления. Задняя крышка у нас водонепроницаемая в пленочке. Зарядное устройство. USB шнур. Еще крепление вот такого типа. Так, здесь у нас аналогичная деталь, только с резьбой. Это крепление на ружье или руль велосипеда, скутера, мотоцикла. Такое крепление. Почти такое же, но видите, разворот на 90 градусов. То есть под любым углом, куда хотите, как хотите, вы устанавливаете и снимаете свои экстремальные видео. Два 3M-овских скотча. Несколько хомутиков. И металлический тросик, чтобы зафиксировать камеру, если вдруг она у вас отвалилась, то вы ее на тросике никуда не потеряете. Будет болтаться на тросике. Вот такая тряпочка. Инструкция. Инструкция даже у нас цветная. Цветная инструкция. Ну, русского языка, естественно, у нас нету. Нет, инструкция у нас на английском языке. И вот она, друзья мои, сама камера. Кстати. А, нет, вот у нас идет задняя крышка полностью водонепроницаемая. А вот эта вторая дополнительная крышка у нас вот здесь вот сделаны прорези. То есть, чтобы можно было, да, снимать со звуком. Потому что в этом боксе звук очень плохо будет писаться. Все в пленочках. Здесь у нас пленка. Здесь пленка. Все новое, красивое. Надо еще разобраться, как открывается. Ага, вот так. Вот так открывается. Плотно так все прилегает, скрипит. Довольно плотно сидит камера и в самом боксе. На самой камере у нас тоже пленочка наклеена, дабы не царапать ее. Весит у нас камера, я смотрю, какая-то легковатая такая, прям удобная. Давайте взвесим. Не знаю, сколько весит GoPro, но вот эта камера весит 60, ну почти 63 грамма, да? $62-69.
Аккумулятора в коробке, ну, в упаковках этих всех я не нашел. Вероятнее всего, он здесь установлен. Сейчас мы посмотрим. Да, аккумулятор стоит. Вытаскивается. Вот такой вот небольшой аккумулятор. На 900 ампер часов. Миллиампер часов. 3,3 ватт час. Вот такая вот, ребят, посылка пришла. Спасибо большое продавцу. Обзор камеры будет немного позже. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.